Здравствуйте. Январь уж на исходе, и дачникам пора задуматься о высеве семян на рассаду. Ну, а для этого стоит провести ревизию того семенного фонда, который у вас есть. А сегодня мы поговорим о том, что следует знать для того, чтобы выбрать хорошие семена и как следует прорастить и вырастить из них качественную рассаду. Нередко бывает, что покупатели, приобретя семена в специализированном магазине, бывают разочарованы и обижаются на продавца, говоря, что приобрели семена некачественные. Но чаще всего виноват в этом бывает именно тот, кто эти семена приобрел и посеял. И посеял, не ознакомившись с особенностями той или иной культуры. Поэтому следующая наша страничка посвящена полезным советам для начинающих дачников. Начнем с растений, которые имеют очень мелкие семена. Вот к числу таких относится, например, петуния. Хорошо широко распространенное цветочное растение, однолетник, который растет и на улицах нашего города, и практически на каждом садовом участке. Те, кто выращивает петунию не первый год, прекрасно знают, что семена петунии ни в коем случае нельзя заглублять в почву при посеве. Их лишь рассыпают по поверхности влажной почвы и слегка придавливают, создавая после этого небольшой парничок. И вот в руках у меня приспособление, которое придумали специально для таких культур, которые имеют очень мелкие семена. Это торфяная таблеточка. Каждая таблетка пригодна для выращивания одного семени. Но те, кто их испытал, уверяют, что лучше способа вырастить хорошую качественную рассаду семян петунии или других растений с очень мелкими семенами нет. Обращаться с такой таблеточкой очень просто. Замочите ее в теплой воде полчаса, час. Она у вас разбухнет, увеличится в размере где-то раз в 5. А затем вот здесь есть верхняя часть с небольшой луночкой. Туда помещаете семечко, саму набухшую таблетку, в небольшой пластиковый контейнер. Его можно приобрести в хозяйственных магазинах. А может быть, у вас остались запасы от каких-то салатов или еще чего-то. И вот в таком контейнере, как в мини-тепличке, семена очень быстро прорастут и дадут хорошую рассаду уже через некоторое время. Я как-то пытался несколько раз выращивать рассаду лаванды. Высевал ее осенью, высевал весной. Сходов не было. И лишь после этого я, внимательно ознакомившись с инструкцией по выращиванию лаванды, увидел одно слово. Растениям требуется обязательная стратификация. Что это такое? Стратификация – это длительное выдерживание семян при минусовых температурах. То есть было бы лучше эти семена приобрести осенью и хранить где-нибудь на балконе. Можно уменьшить сроки стратификации, и у меня этот опыт получился. Для этого семена высеваются в лоток, во влажную землю. После этого на 10-14 дней помещаются в холодильник. И вот только в таком случае у меня лаванда взошла ровным, густым зеленым ковром. Кстати говоря, кроме стратификации, есть еще один прием, который необходимо совершать для растений, у которых нет выраженного периода покоя, у которых обычно крупные семена в очень твердой оболочке. Это так называемая скарификация. Ну, из тех растений, которые знакомы многим дачникам, к ним относится душистый горошек. Что такое скарификация? Скарификация – это нарушение, механическое нарушение твердой семенной оболочки. Способов для этого существует очень много. Можно семена попеременно несколько раз опускать, буквально на секунду, то в кипяток, затем в ледяную воду. И так проделывается несколько раз, пока семенная оболочка не лопнет. Но мне кажется, этот способ для более опытных садоводов, потому что неопытный может и просто-напросто сварить эти семена. Крупные семена надпиливают лобзиком, надкалывают с тем, чтобы растение
при набухании дало ростки. И вот к числу таких растений, например, относится драцена или вашингтония. У них очень такие твердые и достаточно крупные семена, которые необходимо вот таким механическим образом немножечко разрушать перед тем, как высеять. В противном случае вы можете ждать всходов до полугода, а то и больше. Есть группа растений, которые обладают вот такой особенностью. При прорастании семян им либо требуется яркий свет, то есть семена должны прорастать на свету и на самой поверхности почвы, либо наоборот полная темнота. Вот к числу цветочных культур, которым требуется солнце при прорастании, относится, например, львиный зев. А вот дельфиниум после посева необходимо спрятать от солнца как минимум на 2 недели. Только в таком случае всходы будут дружными, ровными и одновременными. Многие наши дачники прекрасно знают, что овощные культуры из семейства зонтичных, такие как морковь, петрушка, сельдерей, всходят очень медленно и очень подолгу. Ну, например, для того, чтобы взошел сельдерей, требуется 2, а то и 3 недели. Очень медленно всходит петрушка, она самая медленная. И потому урожай, если вы высеете ее где-то в мае месяце на грядку, может прийти первый лишь в конце лета. Но есть способы заставить эти семена прорастать как можно быстрее. Кстати говоря, причиной вот такого медленного прорастания семян этих культур является наличие эфирных масел в этих семенах. И вот эти эфирные масла из семян можно удалить, таким образом значительно ускорить прорастание. Самый первый способ – это замачивание семян в обычной воде. Кстати говоря, лучше всего замачивать любые семена, если вы собираетесь их замачивать, а замачивать необходимо далеко не все семена, об этом мы поговорим в следующий раз. Замачивать их лучше в талой снеговой воде. Эта вода обладает повышенной активностью по отношению к семенам и пробуждает их гораздо лучше. Итак, в воде комнатной температуры вы намачиваете семена на полчаса, час. Затем просушиваете их до сыпучести и можете высевать. Понятно, что эту процедуру лучше делать непосредственно перед посевом. А если вы хотите вырастить, например, сельдерей, который лучше всего выращивать в рассаде, то можно воспользоваться и таким способом. Вместо воды взять водку. 15 минут. Семена лучше поместить в полотняный или в марлевый мешочек. 15 минут подержать в водке. После этого тщательно промыть в воде комнатной температуры. Несколько раз семена просушить и после этого высевать. Такие семена, обработанные и промытые от эфирных масел, всходят в 2-3 раза быстрее. Итак, при посеве любой культуры необходимо тщательно ознакомиться с особенностями этой самой культуры и с особенностями посева. И только тогда вас просто будет преследовать успех, и вы получите настоящий урожай. Ну, а о том, как можно еще ускорить проращивание семян других культур, мы поговорим уже ближе к тому моменту, когда придет пора сева. Мы продолжаем рассказ о пряно-ароматических растениях, которые можно вырастить самостоятельно. И сегодня речь пойдет о экзотическом растении, родиной которой являются тропики и субтропики. Это лимонная трава, без которой невозможна тайская, вьетнамская, китайская кухня. Но, оказывается, лимонную траву можно вырастить, если уж не на своем участке, то в своей квартире. И, возможно, если вы возьметесь за этот эксперимент, вам удастся удивить своих знакомых тропическим экзотом, выращенным собственноручно. Лимонная трава относится к теплолюбивым многолетним травам из семейства злаковые. У культуры много других имен. Лемонграсс, лимонная сорга, лимонный злак, цитронелла, цимбопогон и челнобродник. Насчитывается около 50 видов лемонграсс, произрастающих в основном в субтропиках и тропиках Америки, Азии и Африки. Интересно, что этот злак культивируют не ради зерен, а только из-за листьев и стеблей, которые содержат эфирные масла, придающие растению имбирно-лимонный аромат.
Именно из-за него это замечательное растение часто используется в малайской, тайской и вьетнамской кухнях. Однако ученые и диетологи рекомендуют обратить внимание на лемонграсс не только по этой причине. Дело в том, что растение весьма успешно борется с бактериями и микробами. Израильские ученые установили, что вещество цитраль, входящее в состав растения, приостанавливает распространение раковых клеток. Также стало известно, что лемонграсс – это природный антидепрессант, который поднимает жизненный тонус и снимает усталость. Лемонграсс можно с успехом применять для увеличения скорости работы пищеварительных органов и улучшения метаболизма, ускорения обменных процессов в организме, снижения температуры тела при простуде, борьбы с депрессией и стрессами, для нормализации сна, снятия мышечных болей, лечения болезней кожи и грибковых инфекций, активизации кровотока, заживления порезов и ран, укрепления сосудов, избавление от ожирения, стимуляции либидо, усиление концентрации внимания и умственной активности. Эфирное масло лемонграсса рекомендуют применять как ароматизатор для автомобилей, улучшает внимательность водителя на дороге и повышает скорость реакции. Справедливости ради отметим, что у лимонной травы есть и противопоказания. Она не рекомендуется детям в возрасте до 12 лет, а также беременным и кормящим женщинам при индивидуальной непереносимости отдельных компонентов. К противопоказаниям относятся также язвенная болезнь и гипертония. На кухне лемонграссом заменяют пищевые специи, добавляют в такие продукты, как мясо, птица, рыба, овощи, десерты. Ароматические вещества делают пригодной цитронеллу для приготовления чая, соусов, маринадов, супов. К примеру, знаменитый тайский суп том-ям без лимонной травы просто немыслим. Кроме того, лемонграсс применяют в рецептах спиртных и бодрящих напитков. Ароматические вещества делают пригодной цитронеллу для приготовления чая, соусов, маринадов. Розетки, листья и стебель лемонграсса используют свежими, сушеными или в виде порошка. Свежие стебли травы добавляют во время готовки блюда. Когда пища напитается вкусом лемонграсса, цитронеллу убирают, так как сами стебли очень жесткие. Выращивать лимонную траву можно и как однолетнюю садовую, и как комнатную культуру. Растение предпочитает солнечное освещение или полутень. В естественных условиях лимонный злак произрастает в болотистой местности, но застоя воды не переносит, поэтому необходим хороший дренаж. В саду лучшими соседями лемонграсса являются земляника, томаты и белокочанная капуста. Он помогает вызреванию этих культур, а также отпугивает вредных насекомых. Нежелательна посадка с кукурузой из-за плохого взаимовлияния. Размножают лимонную траву семенами, стеблями и корневыми побегами. Подходящее время высаживать семена – третья декада марта. После прорастания семян и достижения ими 3 см высоты убирают полиэтиленовое укрытие, а дальнейший уход заключается в рыхлении почвы и поливе. В открытый грунт растение переносит, когда минует угроза заморозков. Зная приемы агротехники и особенности ухода, садоводам не составит труда вырастить на своем участке эту экзотическую культуру, которая будет радовать не только своей декоративностью, но и полезными качествами. А сейчас я хочу пригласить вас в место, где учат видеть, понимать и, главное, изображать прекрасное. Это художественная школа. Сюжет, который вы увидите, снят несколько лет назад, и, возможно, его героям будет приятно увидеть себя на экране вновь. Тема сегодняшнего урока у третьеклассников художественной школы – натюрморт. Задание не в новинку. Рисовать собранные в группу неодушевленные предметы им приходилось и ранее. Но если что-то вдруг не получается, на помощь всегда придет учитель. Известная в области художница Светлана Шалунова. Вот здесь у нас будет выпил. Здесь вот растет. И она будет вот такая полукруглая, да? Вот толщина, эти края ты закругляешь. Все, у тебя досочка есть. И опять определяем ножки, да? Вот ножка, что такое ножка, как она, видишь, под углом у нее крепятся уточки. Какое пространство между животиком, грудкой утки, да? Вот оно, пространство там довольно большое. Определили это место, определяем, насколько большое я, насколько оно закрывает, перекрывает другой предмет. То есть мы находим его место. Если оно там располагается, то в этом углу, вот в этом углу на плоскости, опять-таки, да, у нас располагается чайник. Какой-то профессионализм все равно я ребят жду. И хочется, чтобы они к своей работе все-таки уважали свой труд и профессионально относились и в рисунке, и в живописи. И вот композицию в войлоке мы делали, осенние мотивы
на осень они задавала им задание. А в общем-то, если я знаю, что даже художниками ребята некоторые не будут, они будут очень хорошими зрителями. У нас, как правило, ценители. Да, у нас очень плохие зрители, они не подготовлены, не разбираются. Их можно легко купить разной китайской подделкой, дешевкой такой. Тем более, что здесь дети историю искусств изучают. Это же культура вся наша земная. Разные стили, эпохи, они, в общем-то, довольно образованы в этом смысле. Ты с удовольствием ходишь сюда, в эту школу? Да. Мне вообще очень нравится рисовать. У меня есть мечта быть художником-баталистом. То есть тебе нравится военные действия изображать? Угу. А нравится ли тебе вот такая работа обязательная, которая сегодня? Вот натюрморт с уткой, с яблоком, с чайником. Да, интересно. С природой у нас тоже у детей было много связано. Мы же на пленэр ходим. У нас два пленэра. Один пленэр в июне, в начале июня мы 2 недели учимся рисовать на природе. И те дети, которые не могут в июне, они в августе. Я с ними хожу с 20 августа по 1 сентября. Вот мы учимся, у нас задание деревья, пространство, архитектурные формы. Я их в музеи вожу, там мы. Животные хорошо позируют, не бегают. Первая работа у нас была наши каникулы. Наши каникулы где у нас? На природе были. Ребята выражали свое видение, как красоту мира, тоже через природу, красками, гуашью. Это потом у нас есть, сейчас композиция делится на прикладную и станковую. Станковая — это мы работаем гуашью, там какими-то графическими методами. А прикладная — это мы изучаем разные возможности, разными материалами работать. Это и витраж, это войлок, это коллаж, и еще там батик. У нас творческое задание, мы натюрморты доделали, и творческое задание «Времена года». Это зима-осень. Я говорю, можете в стиле таком фэнтези делать, как вы образно такое решение. Или вы можете чисто такое вот академическое что-то вы берете. Образ, например, осень через пейзаж городской, через такой лесной пейзаж, через цветы, какой-то антураж, пожалуйста, передать. Когда мы на природе, вот на пленэре, я заметила, работаем, во-первых, им действительно нравится. Сначала они выходят на улицу, глаза разбегаются, теряются, не знают, что такое. Когда много деревьев, то или тут они одно дерево нарисуют, а когда много деревьев, что с ними делать. А потом они приходят во вкус, они начинают понимать последовательность работы, что такое с природой. И у них лучше получается. Потом те знания, которые мы на пленэре, на работе непосредственно с природой, они в своих композициях здесь, в классе уже используют, по памяти. Запоминают. Я говорю, учитесь, смотрите, небо же не только голубое бывает, оно розовое, зеленое, облака какие разные. И все это влияние идет на природу, на дома, на деревья, на асфальт даже. Очень любят животных рисовать. Если только им задашь, вот животных они своих, конечно, обожают, дети. Мне нравится, когда, что они добрые, вот каждый гордится, каждый рассказ. Только спроси, какой у тебя домашний любимец. Там все, там такие рассказы потрясающие про своих канареечек, про своих кошечек, собачек. Там такая любовь, такая. Это прекрасно, когда дети любят. Учатся любить такое живое существо беззащитное, которое от них зависит. Рисовать приходится только в школе или дома тоже? Или у вас есть тоже домашние задания? Домашние задания... Ну, нет, только на пленэре домашнее задание есть. То есть это вот то, что здесь рисуешь в классе художественной школы, и все? Или дома приходится брать руки карандаш? Когда не успеваю, приходится. Я не успеваю часто, просто я медлительный. Что необходимо быть человеку для того, чтобы стать художником, и художником такого хорошего уровня, а не просто мазилой? Нужно быть упорным, стремиться к мечте, потому что... Если ты вот этого не хочешь, то у тебя ничего не получится. Возможно, только единицы из этих детей в будущем станут профессиональными художниками. Скорее всего, так и будет. Но, несомненно, одно. Каждый из них в этих стенах научится и будет ценить прекрасное. Неважно, сотворено оно руками человека или самой природы. Сегодняшний выпуск нашей программы закончен. Мы прощаемся с вами ровно на 1 неделю. До свидания.